вполне возможно, что пользователи яблочных смартфонов и планшетов знакомы с игрой под названием Blueprint 3D, в которой разработчики предлагают крутить и вращать разнообразные, на первый взгляд, совершенно непонятные картинки. Но посмотрев на этот рисунок под правильным углом, вы увидите полную готовую картинку. До недавнего времени в Google Play таких игрушек просто не было. Но не так давно разработчики из студии Needlecake представили очень похожую пиксельную головоломку под названием Pixel Twist. Как и в игре для яблочной платформы, в Pixel Twist вам нужно будет собрать картинку, но в головоломке для Android на место линий придут пиксели. Вам нужно будет крутить и вращать большое количество пикселей, висящих в пространстве, посмотрев на которое под определенным углом, вы обязательно увидите готовое изображение. Но кроме довольно сложных картинок, вам придется бороться еще и со временем. Чем быстрее вы будете решать головоломки и чем дальше продвинетесь, тем больше очков вы в конечном итоге получите. Как я уже говорил выше, Pixel Twist является пиксельной игрушкой, а это значит, что она не обладает очень качественной графикой. Но даже несмотря на это, внешняя игра выглядит очень аккуратно и ярко. Скачать Pixel Twist можно в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.